Сегодня в Якутске в спорткомплексе «50 лет Победы» открылась 13-я межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика ЖКХ». О том, какие товары представлены на выставке и какова ее основная цель, расскажет Виктория Федорова. Уже больше 12 лет выставка доказывает, что является важным деловым событием для всего региона. В этом году в Якутск приехали представители более 90 предприятий. В период, когда вот у нас в стране экономическая ситуация не такая уж стабильная, заинтересованность наших партнеров в части развития и продвижение своих новых технологий, да, вот показывает вот эта выставка. Если раньше существование инновационного продукта управления инженерными системами в 3D прозвучало бы как легенда, то сегодня такое новшество воплощает в реальность компания с аналогичным названием. С помощью дрона нынче можно будет управлять всеми инженерными системами, начиная с контроля климата и света в здании, вплоть до охранно-пожарной безопасности. И чтобы всем этим управлять уже, вот, ну, классические системы не позволяют это делать, чтобы было удобно, комфортно, вот, чтобы действительно обеспечить безопасность. У нас есть системы, которые смогут с этим справиться. Для частного дома же это дает дополнительный комфорт. Строительный бум в нашей республике привлекает множество российских компаний возможностями партнерского сотрудничества. Приехал в город Якутск с опалубкой. Опалубка, комплектующая для монолитного строительства, для фасадных работ, это леса, вышкитуры, вот, все, что касаемо монолита и фасада, все, что касаемо строительства. Выбор спецодежды для работников строительных специальностей – процесс важный, тем более в наших суровых погодных условиях. Тут необходимо учесть множество факторов – специализацию каждого работника, защитные свойства, комфорт и длительность эксплуатации. Наша продукция – это весь спектр спецодежды, какая существует вообще на рынке. Утепленная, то есть все с учетом ваших климатических особенностей. Если у самих участников выставки есть шанс найти новых деловых партнеров и подписать контракты, то для обычных посетителей выпадает уникальная возможность увидеть в одном месте новинки строительных материалов, коммунальной техники и просто быть в центре событий строительно-энергетического сектора региона. Виктория Федорова, Василий Слепцов, НВК «Саха».